Під прицілом Олександр Ковальов, лідер всеукраїнського об'єднання Ніхто крім нас, яке сформувалося із ветеранів війни в Афганістані, саме під його керівництвом у 2011 році відбувся так званий бунт афганців. Під час якого Верховну Раду двічі успішно штурмували військові у 2012 році. Під час урочистостей афганці під керівництвом Ковальова повернулися спиною до президента Януковича під час покладання ним квітів. Після Революції Гідності Олександра Ковальова звинуватили у допомозі у виході чорної роти Беркута з оточення майданців та порушили кримінальну справу, а згодом і в участі у захопленні Донецьку бойовиками Перше відкрите велике інтерв'ю Олександра Ковальова ексклюзивно із Владом Сидоренком. На правда тут правда тут. У нас сьогодні особлива розмова, особливий формат. І я хочу сказати, що і людина, з якою ми сьогодні розмовляємо, дуже особлива та суперечлива. Це Олександр Ковальов. Олександр Івановичу, я радий вас вітати. Дякую, що знайшли час та змогли з нами зустрітися і готові до відвертої розмови зі мною. Це супер. Дякую вам. Спасибо вам, так. Да. Давайте починати. Потім пробуйте. Якщо написати ваше ім'я в Гуглі, так, то перший результат, що ви дає, що ви є та сама людина, яка вивела з Києва чорну роту Беркуту. Після того, як революція перемогла в Києві так, на Майдані. Ну і стосовно цього проти вас порушена карну справу. Далі є історії про, в Гуглі, про те, що ви зробили, реалізували декілька успішних штурмів Верховної Ради, Кабінету міністрів. А в особистих розмовах політична еліта мені половина каже. Ну, вас там поважає, а інші супер-супер вас бояться. Говорять, що ви реально брутальний бандит. Олександр Іванович, ви хто? <риклад> <риклад> ну, сразу питань. Ну, мабуть, та половина, которая мене знає, вона, да, мабуть, И э, уважает, она, наверное, меня уважает за что-то, то есть не просто так. А, Инша боится тоже за что-то. А вторая половина, которая меня э, ну, боится и считает, э, что я там какой-то там бандит, я думаю, она пользуется какими-то слухами или домыслами. Э, ну я так думаю. А если у них есть факты, э, где э, с моей стороны были э, проявлена какая-то принципиальная позиция, и это, за этой позиции что-либо следовало по отношению э, к негодяям, то, наверное, это было по заслугам этим, этим людям. Но ну, опять же, это все такое мнение. Ну, я всегда всем, э, всех призываю, вы судите человека по поступкам, а не по слухам. Потому что слухи – это как ветер, они сегодня тут, завтра там. А надо всегда смотреть на человека и на его поступки. Кого вы называете негодяями? Негодяями? Ну, в основном это такое понятие, Негодные люди нет, негодные, вот если мужчина не держит свое слово, он негоден mm -hmm. в мужчины, ну, там, допустим, если э, человек оскорбляет, унижает, э, обижает слабого, он тоже негодяй для меня. Если человек э, пользуется своим служебным положением, властью и издевается над слабым, он тоже для меня негодяй. Угу. То есть это такое, но это так, если вкратце. То есть э, я больше пользуюсь мужским кодексом э, правил, чем каким-либо другим. Он он мне ближе, потому что этот кодекс не меняется ни с годами, ни с властью, ни с десятилетиями. Он Идет, идет от мужчины к мужчине, и э, если тебя так воспитали, уважать старшего, то ты будешь и своих детей э, учить так, что старший это старший, что мать это свято, что родина одна ее не меняет, э, кто продает, тот предатель. Mm -hmm. Вот, то есть, и вот такими я пользуюсь э, mm -hmm. правилами жизненными. Ви зараз очолюєте організацію, громадську організацію ніхто крім нас. Але я, питання таке. Зараз ми знаємо про правий сектор, ми знаємо про Сі-14, Нацкорпус та інші такі націоналістичні організації, які е, з військовим якимось підтекстом. Да? Але наскільки я розумію, саме ви створили першу. Організацію громадську е, яка військового призначення, якщо так можна сказати, ну абсолютно верно інформація інформація до нашого з'явлення в Україні було все нормально, і були маленькі містечка, городські то організації, які займалися военно-патриотическим воспитанием молодежи. Вот. И, но вот общеукраинского такого, чтобы имело свою форму, не похожую на правоохранительную форму, как это делают другие формирования, будем так их ну, называть, они приблизительно себе пошили форму, которую с трех метров она похожа на милицейскую была. И они там понацепляли себе каких-то там наград и так далее. Мы сделали абсолютно свое, мы пошли своим путем, мы создали с однополчанами сначала организацию, мы потом создали... Это был 2008 год ноябрь, это вот еще, ну, это задолго до всего, и когда в стране было вот, ну, страна жила своим нормальным украинским э, темпом, руслом, будем так сказать, то есть... Политика была вся прекрасно поделена, э, бизнес э, но работал или там у кого-то больше, у кого-то меньше. То есть на, вот в этом сегменте создавать э, организацию военного толка даже ни у кого мысли не было, оно никому не было надо. На вещи вы это зарубили? А, мы это сделали, я бы, ну как сказать? Мы сделали организацию, когда все везде занято, да, встал вопрос, а чем вы будете заниматься? Вот есть афганцы, которые всегда стоят за спиной у любой власти получают там по три гвоздички, какие-то медали, они хлопают в ладоши этой власти, и все в порядке. То есть, ну, они, как говорится, афганцы на один день. Там, на День Победы, на День все, а больше про них все забываются. И, и чем дальше от событий, от событий там, от афганских, и, и убирали законы э, про ветеранов, и там где-то э, распродавалось или там куда-то девалось военные там госпиталя, дома отдыха, те, что были сделаны еще в Советском для ветеранов. И так уже все, все сходило на нет, и нам сказали, а чем вы будете заниматься? То есть вы-то, ну, и нам пришлось подумать, придумать, mm -hmm. вот, что, э, ну, мы должны отличаться. У нас лозунг такой, что никто, кроме нас, мы его позаимствовали у легендарных воодушевительных войсках, и теперь надо соответствовать. То есть если, mm -hmm. вот. И первое, что э, нам попалось, это когда девятый 9 год э, армия была в затруднительном положении. Я, извините, я запитаю, я правильно понимаю, что э, в основу ваш, вашего руху это были афганцы. Да, да. Первое изначально это практически 90% это были афганцы, мало того... И организация создавалась практически э, однополчанами, это легендарный э, полк. На одной из встреч было предложено, вот есть, э, ну, чтобы не называть так, так сказать, не делать вот, рекламу, есть одна организация, которая постоянно при всех президентах присутствует, она, а, так сказать, обласкана властью. А рядовые члены той организации э, всегда были, ну недовольны этим. Я говорю, давайте мы создадим свое, свое новое, ну, чтобы отличаться от всего. Вот мы и придумали себе организацию, мы зарегистрировались официально, но надо было с чего-то начинать. И мы придумали себе такой, ну, не придумали, а жизнь подсказала быть протестными афганцами военного толка, такими вот, те, которые взялись за э, восстановление социальной справедливости для ветеранов. Так. Ну и что вы начали делать? Что мы начали делать? Вот ну, когда, э, ну, первое, десантники, да, те натуральные десантники, которые воспитаны на старых традициях. Одно из правил, мы своих не бросаем. И когда к нам вот, обратились э, десантные командиры, действующие, что проходит год службы у парня, а он не может сделать один ознакомительный прыжок, Представляете, в армии вот парень отслужил, вроде бы носит тельняшку, а он ни разу не прыгнул с парашюта. То есть какой же ты десантник потом будешь после этого? Я тогда подошел к министру от обороны и написали письмо, что можно ли мы, общественная организация, за свой счет закупим керосин, заправим, а солдаты прыгнут. На меня посмотрели, как на идиота. Говорит, можно, а зачем это тебе? ну, вам не понять, ну, у вас все в порядке. А для парня, который он сегодня начинает жизнь, то ему очень важно, что, то есть, что он десантник, он имеет право носить берет и тельняшку, и он давал присягу этим. Это вам министр так сказал? Да, да, он сказал, тебе зачем ты, ну вообще ты, ну идиот, зачем ты свои деньги тратишь, есть для этого государства. Ну сегодня тяжело, типа. Министр а... говорить? Да, да, министр, да, я, ну нашел как с ним повод поговорить, и он говорит, ну пиши, оформляй документы. Мы купили сертифицированный керосин, мы закупили дизельное топливо и в том году каждый десантник, каждый, подчерку, Украины сделал прыжок за наш счет, не за государственный. И мы проплатили, э, так сказать, марш-броски для, э, ну тоже, чтобы есть, там прыгают, а на учение надо доехать, на которое было заправиться. Мы это тоже проплатили. Ребята ехали в Косово, там еще куда-то, мы им там помогали, там за свой счет там покупали, это нигде не фешидовалось, естественно, потому что, ну, не принято было. То есть мы делали от души, и для нас это было все приятно, и всем ребятам было это, ну, все приятно. То есть тогда еще не было такого массового волонтерства, тогда это было не принято. Я запитав, що ви робили. Чому? Тому що вас у цей час почали звинувачувати у тому, що ви готуєте бойовиків. Ви готуєте бойовиків? Чи ну, готували? Ну для чого, во-первых, перше, ми не робимо бойовиків, ми їх не, не готуємо. Любой парень, який служив в армії, вміє обращатися з оружием, його практически готувати не треба. Йому треба подять на цю сторону стать. І все. То есть, он може тут же стати защитником своєї сторони, і тут же може стати бойовиком. Тобто, это його вже внутрішній мир, що йому подскажет. Ну там, я знаю, що там якісь ви організували бази підготовки там. это жить. было уже позже. Это э, Мы детские лагеря делали уже в 13-м, э, в 12-м. Это было позже. Это когда у нас уже мы прошли такой путь, э, такой протестный путь афганского. Э, вот, а, э, тогда по стране прокатились э, афганские протесты. Это было модно. Но, ну, не то, что модно, это, ну, это наша затея. Это наша вот, организация была инициатором, угу. вот, и, так сказать, это мы отстаивали права ветеранов, и не только ну, ветеранов, тогда, э, если я не ошибаюсь, было 16 льготных категорий в Украине, и там, допустим, если брать 2011 год, угу. то был выставлен закон на голосование партии регионов, и он там ущемлял очень сильно права этих льготных категорий. И мы собрались, и своим штурмом мы сняли этот закон. Это первый штурм Верховной Рады? Это второй. Второй. А был еще первый. Был, Слушай, первый, да. вы штурмовали Верховную Раду. А, ну, мы же, ну, во-первых, среди нас не было ни одного э, профессионального политика, ни одного профессионального так сказать, политтехнолога. Mm -hmm. Вот, считайте, кучка ребят, э, одно, а, а, однодумцев. И вот сидим и говорим, вот послушай, вот за, там, через 3-4 дня там, в Верховной Раде будет там, выставляться там, закон, там, который ущемляет, там, ну, среди нас же есть очень знаменитые юристы, есть адвокаты, есть э, грамотные экономисты, те, которые прошли Афган, но дальше в жизни они выбрали свой там, ну, путь, да. Но они есть, мы дружим, мы общаемся. И вот в круговом вот, общении они говорят, вот если бы снять этот закон, потому что этот закон э, ущемляет, забирает, отнимает и протесняет и так далее. Мы говорим, так в чем вопрос, давайте соберемся и ну, будем протестовать. Вот. Мы же не знали, как это делается в политике, что сначала политики там, партии там договариваются, и там и кто-то что-то инициирует, или кому-то позволяют, а кому-то не позволяют, мы все принимали за чистую монету. То есть, если это мы собрали, значит, мы собрались. Если протестовать, то протестовать. Если мы пришли э, и считаем себя там войнами, мы пришли к парламенту назначенное время по заявке в 10.00 и попросили, чтобы к нам вышли представители там э, парламента, которые отвечают за социальную, там, за политику, а к нам никто не вышел, мы говорим, так погоди, ну мы тогда к вам придем. То есть у нас такие э, были взгляды, то есть такого до нас никто не делал. То есть мы перелезли через забор и пошли, так сказать, э, что, так сказать, открывать дверь, сами заходить к ним. То есть мы долго приглашения не ждали, мы э, попросили, чтобы выйти. А первый раз, когда мы э, штурманули штор, парламент, тогда э, как раз э, так совпало, это не специально, э, к нам никто не вышел, и, потому что э, глава парламента занимался делегацией там, другой страны, и вот он вышел с, со входа с этой иностранной делегацией. А мы говорим, ну, как говорится, на ловца и зверь бегит. Мы перелезли через забор, всего вот окружили, и, ну, понятно, что это было новое для всех, и для нас, и для охраны, и для всего, и для всего. Иноземную и, делегацию? Вместе с главой парламента, да. И мы сказали, вот наши требования, пожалуйста, давайте вот, вот разбираться. Среди нас были профессиональные наши э, юристы. Mm -hmm. которые четко, ясно сформулировали вопросы, почему собрались там тысячи людей в, в государственных наградах, что это не просто какие-то там, ну, тогда даже не было такого слова, тетушки, тоже тогда не было, то есть, ну, может быть, были слова там, массовка, но тетушек слова не было. Mm -hmm. Вот. И я говорю, вот смотрите, стоят э, тысяча человек, и у каждого в кармане Удостоверение участников боевых действий. И каждый имеет государственную награду. Я говорю, и <coughs> непозволительно госчиновнику вот, обращаться к ветеранам. Потому что ветеран — это человек уважительный. Mm -hmm. Ну, мы, мы... То есть мы сами по ходу придумывали вот эти вещи и сами следовали им. То есть мы шли таким тернистым путем. Нам никто не подсказывал. И мы были... Ну, за нами нікого не було. Ось що найголовніше. За нами були тільки ми самі. А як закінчилася ця історія, коли ви оточили іноземну делегацію разом із головою Верховної Ради? Голова Верховної Ради нам дав слово, що давайте свою делегацію. Через буквально там пару днів ми зберемося в Верховної Раді. Тогда так, тогда так и случилось. Тогда было пять министров, если я не помню, был министр обороны, министр социальной там, политики, министр здравоохранения. Тогда еще был комитет по делам ветеранов. И вот мы все встретились, обсуждали, вы выдвинули свои требования. То есть тогда глава Верховной Рады сдержал свое слово, и что вопрос будет взят на жесткий контроль, так. что не будет бесчинства по отношению к ветеранам, что оказывается, у нас еще есть сильные ветераны, что все будет в порядке. И еще. Ну, у нас сил и храбрости хватило ума сделать, а вот опыта у нас. Мы же не, не знали, что в политике пообещать и сделать это целая пропасть друг от друга. Нам пообещали! И все. Нам ну, пообещали, да, были министры, да, нам дали, тогда было, если я не, и не ошибаюсь, тогда Василий Надрага, оказывается, министр со социальной политики, нам собрали целую там комиссию потом в политики, там мы что-то там доказывали, наши юристы, афганцы, доказывали им, что где нарушается, к нам присоединились чернобыльцы, к нам присоединились э, инвалиды. Шахтеры там присоединились, все, то есть такое пошло движение протестное, вот, то есть новое, абсолютно новое, недоговорное, то есть, как говорится, в спорте чистый бой без договорников, кто победит, вот. Но мы не знали многих правил, что э, заболтать, увести в сторону, э, это, ну, это в политике принято, а мы все, да, раз нам сказали, берем на контроль, значит взяли на контроль. Нам сказали, что вот будет все правильно, только вот надо вот там недельку подождать. Но мы, естественно, недельку ждем. То есть мы четко выполняли свои, потому что э, организация сложилась просто из людей, не из политиков, не под что-то, не под выборы, допустим. Вот завтра выборы, давайте сделаем новую партию, наполним ее кем-то, а после завтра после выборов мы ее забудем. То есть мы сложились и у нас была цель э, поднять статус ветерана, любого уже ну, ветерана, мы пошли еще дальше, там, ветерана труда, ветерана там, заслуженного учителя, там, заслуженного врача, это тоже ветеран, для нас, то есть мы свое такое придумали, вот, и мы начали вот такую заступническую деятельность, и, ну, нас, да. раз, нас развели удачно, да, как обычно, все, нам пообещали, все, там. Куловица, разумеется. Ну, прошло три недели, там, три месяца, э, там, болтологии, обещаний, там, еще что-то, мы написали э, письма каждому народному депутату с просьбой, если у вас есть честь, сложите мандат, потому что вы, э, то есть, несете геноцид в стране, и наши письма, это мне уже потом мои... Э, знакомые депутаты, вы что, с ума подходили? что вы творите, то есть то что, мы, то, что мы делали, такого никто не делал, то есть целая фракция изучает письмо к неизвестной какой-то организации, с неизвестным каким-то названием, никто, кроме там, чего, кто, никто, в общем, ну, непонятно, они требуют, чтобы мы сложили там по ну, полномочия, либо они заново соберутся под парламентом, то есть нас даже не выговаривали, ну не понимали, кто мы такие, вот. А мы разослали письма а, и там э, поехали по Украине по своим боевым друзьям. Говорят, пацаны, давайте там вот осенью соберемся, э, ну то есть нас обманули, да, потому что мы неопытные, мы дети в этом деле. То есть воевать это одно, а воевать за правду с политиками это совершенно другое. И вот у нас пошел такой тур, и за мной начался такой тур, отличный, со стороны власти. Меня начали, вплоть до того, что мои друзья, э, ну мой друг, допустим, который мы очень давно знаем, он при погонах, э, и все, он говорит, послушай, есть версия, что ты — это не ты. Я говорю, а кто? Ну вот это не ты, это тебя к нам прислали, чтобы ты тут намутил там... Какую-то там госпереворот, там революция, там что угодно. Я говорю, так говорю, в чем вопрос? Езжайте на мою родину. Есть соседи, есть детские фотографии, есть, то есть, есть все следы, то, что это я говорю, ну, в конце концов. Ну, то есть, и ребята действительно ездили и проверяли. Это правда, то есть, была даже такая версия, что это, ну, не я, как тот Ковалев, а это кто-то. То есть, и вот за, был заставлен в, в, в Украину, чтобы намутить тут воду. Ну, и, и, естественно, тогда э, тогда уже была партия регионов. Вот у власти тогда вот они, то есть эпоха Ющенко закончилась. А мы родились на конце 2008 года. Это э, Виктор Андреевич уже ушел. Це, да, ну, Да, Ну да, А ми и, зареєструвалися. есть і... тобто, многі не розуміли, вообще нас не розуміли. Ніхто, ми були ви зібралися восени, так розуміти, на другий, ш... відбувся да, другий да, штурм, відбувся да, другий да. штурм. Як він закінчився і чому, як ви штурмувати, власне пішли? Ми е, нам сообщили, що, е, опять же, е, у що же Общий такой скажи с... круг хотя, ну допустим, все афганцы, но каждый в своей сфере чем-то занят там врач, юрист, адвокат, там и, и там и... есть афганцы, которые в Верховной Раде работают. Так они как штурмувала в другой раз. Нам сказали, что, там, допустим, 20 сентября будет, законок, будет вынесен законопроект, который сильно зацепит социалку для льготников, для всех, не для афганцев, для всех. Угу. Вот, ну и мы, ну погоди, первый раз нас обманули, есть повод напомнить второй раз. И мы начали обзванивать всех по Украине своих, э -э, свои филиалы, друзей. У нас уже тогда и сейчас и, и сеть. Я говорю, давайте соберемся и напомним. Э -э, ну уже есть какой-то опыт, есть уже какие-то там, так сказать. Мы и мы 20 сентября 2011 года собрались в 10:00 э -э, под Верховной Радой, вот и, так сказать, э -э, узкая группа лиц. Но если так, можно сказать открытый секрет. Мы решили то же самое показать, что мы умеем встречаться громко в двери. Так. Вот. Ну мы собрались, вышли действительно вышли там переговорщики. Мы потребовали, чтобы к нам вышел там премьер или ми, или там, э, там Верховной Рады, чтобы э, наши требования были зачитаны с трибуны. Верховной рады, чтобы э, министр социальной политики к нам к нам пришел, не мы там где-то за ним бегали, э, а чтобы там Скапинер там пришли и отчитались перед людом, а худо бедно где-то ну в 2012 там собралось мужчин в наградах офицеров, солдатов, запаса офицеров, ну достойных э, людей и у нас был такой, так сказать, э, один из планов наших, что если нас не услышат, то мы громко постучимся. Mm -hmm. Я и еще два человека э, пошли, нас пригласили в Верховную Раду на переговоры, mm -hmm. чтобы понять, типа, ш, что опять хотите, что надо. Вот, и на мой вопрос, мы, во-первых, просим, чтобы руководители... Э, данных структур, которые отвечают за социальную политику и причастных к ней, вышли к народу туда вот. и начали диалог. И самое главное, мы просим снять закон э, на доработку, потому что он ущемляет там, 16 льготных категорий. А если я там ну, могу ошибиться, уже много времени прошло, но там было 5 с чем-то миллионов э, людей, граждан Украины, ущемлялось в этом законе. То есть, а афганцев столько нет, это можно путем математики посчитать. Мне сказали, послушай, а что ты тут пугаешь? Ну, ну собрались, ну все, ну дайте вашу бумажку, мы ее там рассмотрим там, и так далее. Я говорю, послушайте, вы не поняли, Я говорю, выйдите к людям, давайте поговорим и снимите закон с голосования, мы требуем этого. На что мне было четко сказано: да хоть переверните тут все, типа, ну что вы тут меня там пугаете? Мы такие тут, ну, то есть, ну никто, не, то есть, нам процента даже не поверили, что там мы там что-то еще сможем сделать. То есть, там понятно, против нас там выставили очень много. Беркута, кстати, Беркута там все выставили против нас, чтобы только вот, то есть, уже пер, учли наш первый опыт зловой верховный, вот, ну, рады, и против нас выставили очень большой кордон. Вот, и... А, я, так сказать, не умудренный в политике человек, говорю, ну, пять минут, и тогда, будем по-другому говорить. И начал, так сказать, вставать. Меня взяли за руку, очень порядочный, ну, на мой взгляд, народный депутат, послушали ну так политики не делается, если вы там, надо прийти, надо договориться, надо давайте на другой день назначимся, да. а мы что знаем, что дайте другой день, это чтобы все разошлись, это дайте там на что-то, это чтобы там, то есть начали болтать, я говорю, парни, у вас пять минут, если вы не выйдете, мы к вам зайдем. Вот, они мне сказали, послушай, ну, так не делается. То есть и урожать тут нам не надо. Кто ты такой вообще, чтобы ты нам вот урожал? Говорю, ну ладно, Рос, три минуты, я вот. Время же оно быстро идет, на самом деле, очень. И все, и ребята, те, которые э, были там на улице, они ждали, в это тоже время, у них тоже есть часы. И когда мы ну, уже как, грубо говоря, практически договорились с главой фракции партии регионов, что он идет только лишь на уступку, что мы зачитаем ваши требования, и то не с, с, с трибуны Верховной Рады, а там есть специально такое для пресс-службы. Подошло время штурма, и люди пошли на штурм. Тогда они уже начали орать, остановить, что, то, есть, то есть, ну, для всех это было, то есть, для всех сторон это была, ну, неординарная ситуация. С Беркутом были какие-то противостояния? Тогда? Да. Ну, Беркут не успел. То есть, вы зашли в Раду? Конечно, наши где-то человек 16 где-то успела зайти в Раду, да, и, а потом уже, то есть, ну, это все продумалось. Я же говорю, когда собираются военные они рассматривают то есть план акции не как прийти и флажками помахать, а как достичь. И был, естественно, разработан определенный план, было сделано определенное... То есть она один, раз только использовалась, по сей день никто ее не использует. Сцена площадка, с которой можно было так десантироваться через забор успешно и массово. А потом был сломан этот забор натиском, который стал уже, так сказать, забором, как бы это сказать, Потом, после нас, опять подчеркиваю, после нас уже каждый хотели сломать свой забор. То есть у каждой партии или у каждого протеста должен быть свой сломанный забор. Но это все было после нас. Мы были первыми. Вы зашли в Верховную Раду. Что эти люди там делали? Мы остались на первом этаже, потому что э, начали... У нас не было цели. Нас многие потом обвиняли. Часть людей, э, нас сразу, э, ну, те, которые были руководители одной из известной афганской организации, сразу от нас э, начали что-то не афганцы, это бандиты, это бандитские методы. Вот наши афганцы, они мирные, они будут мирно стоять, а это вот какое-то это... это Бандиты какие-то, вот это вот они зашли, это там. Даже среди э, тех, кто э, зашел, то есть это даже не участники боевых действий, наша тоже, тогда было другое продолжение. Yes. Мы собирали, э, мы записали, ну тогда записали видео от обращения и показали каждый свой. Э, э, Висковый квиток? Висковый квиток, да, с номером, где часть, да, что участник боевых действий, где служил, когда служил, какие года. То есть, чтобы опровергнуть это, потому что нас начали в печати там поливать грязью, что это сбор каких-то там непонятно там, там, кого и так далее. Слушайте, так вы же Донецкий. Да, я Донецкий. Хорошо. Представьте, при Донецких, Донецкий, э, когда еще все тихонько договаривались, как быть, а Донецкий, при Донецких Донецкий организовал массовые протесты, я считаю, самые яркие. Как добре вы были знакомы с верхівкою партии регионов, политической верхівкой партии регионов донецкий Ну, как добре. естественно, с Януковичем я не был знаком. И у нас никогда с ним дороги не пересекались, потому что у нас были разные пути жизненные. Вот. Действительно, были народные депутаты, которые до депутатства не занимались бизнесом. И мы, естественно, встречались в Донецке. Мы живем в одном городе. И у нас есть общие друзья, общие знакомые. И мы, естественно, знали друг друга. То есть, ну, это потом эти люди стали народными депутатами и так далее. А до этого они были ну, Ну Правильно буде, якщо я скажу, ну там, якщо відверто вам скажу, що ви ось з політичною верхівкою партії регіонів були ну, на короткій нозі. Я би сказав, здоровався за руку. Не на короткій нозі, а ми могли поздороватися за руку, коли треба зустрітися, поговорити. Тобто, ну, в рамках бізнесу і це саме. Я так розумію, вам пропонував після цього штурму. Вам щось пропонували? Ви мали якісь опції після того, як ви показали силу? Там, я не знаю. Ми за який штурм говоримо? Після другого. Ага. Потім у вас ще був Кабмін, так? Кабмін був у нас після другого штурму. Так. А після першого штурму у нас ще було. такая пиар-акция. Мы похоронили свой ветеранский закон. Мы, пришли, мы принесли 18 гробов под Верховную Раду. Представьте, тогда зимой принести 18 гробов, устроить псевдопохороны, идут, идут люди, идет оркестр, играет похоронная музыка. Мы несем такой большой, копию ветеранского закона с номером. И вот мы принесли под Верховную Раду 18, выстроили 18 гробов, э, как символ того, что закон о ветеранах не действовался. И все, что вы там принимаете, оно заканчивается здесь, в гробах для ветеранов. К нам тогда никто не вышел и сказали, эти идиоты будут нас хватать и кидать в эти гроба. То есть нас тогда вообще ну, приняли за сумасшедших. То есть так, так, э, таких акций никто не делал. То есть перед первым и вторым штурмом еще были вот такие промежуточные вещи, которые, э, ну, они тоже такие были с акцентами интересными. Потом кабмин. А кабмин это был э, сразу это был ноябрь месяц, когда прямой закон там затонул в основном чернобыльцем, а уже тогда в нашей организации было большинство чернобыльцев тоже. Они влились к нам, мы объединились просто. Мы поняли, что поодиночке очень просто бить. Можно вызвать лидера э, аванской организации, что-то дать пообещать. Можно вызвать лидера э, чернобыльской организации, э, то же самое пообещать. И он где-то на тормозах будет спускать все, как и надо было. Поэтому э, те лидеры, которые, так сказать, всегда были переговорщиками от афганцев и чернобыльцев, всегда от у власти, они так и остались, и с ними остались какая-то часть афганцев. А в основном все пришли к нам и э, давайте продолжать бороться. А потом, когда э, Кабмин должен был принять какое-то там постановление именно против чернобыльцев. Мы поддержали тогда чернобыльцев, тогда, ну, такой, я вам скажу, сильнейшая акция была возле Кабмина, было все, вот, представьте, акции чернобыльцев, и среди чернобыльцев стоят парни в голубых беретах, десантники. Для мной их оказалось, то есть, непонятно. Тут и чернобыльцы, тут и десантники, тут и афганцы, тут ну что-то такое, но ну, ну, все просят одного, то есть не делайте то, что будет против людей. Вы зашли в Кабмин? Ну, э, зная, э, уже зная наше, что мы говорим и делаем, к нам вышли необходимые люди, э, мы зашли в Кабмин уже делегацией. Есть... Кто вас застрелил? Я не помню, кажется, был э, вице-премьер э, Тигипко был э, по социальной политике, если, если я не ошибаюсь, вот и ми то есть там уже уже, то есть. Только то то люди. Да, 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 то есть нам уже клеркам, э, ну, то есть нас не отправляли клеркам. Нас, ну, чтобы не говорить в эфир, там, сказали, так, с этими идиотами шутки плохи, вот, и, то есть, мы, мы, мы пришли официально с заявкой, пришли с документами, мы зашли э, с нашими ребята, которые сильны в юриспруденции, и, и мы зашли и, и доказали, что это будет, ну, то есть, это будет вредить. И чернобыльцам, и, то есть, и им семьям, в том числе, и так далее. То есть чернобыльц, он же не один, правильно, да? У него есть семья, у него есть там дети, внуки, жена, там, и, 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 так, и, вот, и так далее. Если ущемить одного, то цепочка будет продолжаться. Поэтому мы такие стали вот, протестные, ярко протестные. Добре, ви кажете, що там е, запрошували там лідерів цих всіх, всіх організацій, там протестних рухів. Вас запрошували кудись? Так. Да. Ви зустрічалися, там, консультації з вами проводили? І Як це відбувається? Ну, є офіційні консультації, є неофіційні консультації. Давайте з неофіційних. вони цікавіші, я так розумію. Ну, як для кого? Давайте з неофіційних. Ну, когда тебе звонит твой товарищ, говорит, послушай, ты, ты давно пил чай? Я говорю, а где ты хочешь попить? Говорит, ну, где-нибудь в укровном месте. Ну, давай. Mm -hmm. И он тебе задает вопрос, говорю, а подожди, ты вчера вот там занимался бизнесом, а сегодня ты тут общественный деятель какой-то там. Тебе это зачем? То есть твоя цель депутатства? Я говорю, нет. Ну, мы же за все эти там два года протестов, мы ни разу не выдвинули, мы не... <связывая> то есть мы не потребовали, мы не, не начали там торги какие-то там, дайте нам то, дайте нам это. <связывая> мы э, отпротестовали, так сказать, грубо говоря, добились своей ближайшей цели. И разошлись все там вот заниматься своими там, кто работает, кто зарабатывает там хлебом. И идет такой с тобой дружеский диалог, потому что ты знаешь этого человека. И он тебе говорит, послушай, может что-то надо, может там для твоего бизнеса, к примеру, там, там вот что-то надо, я говорю, не надо, ну, ну, ну понял, а вот там выборы будут, как ты на это смотришь? Я говорю, ну отлично, я говорю, ну выборы, да, замечательно, так вот выборы, я говорю, тогда я буду нечестен по отношению к своим э, ребятам, я говорю, потому что у нас цель была не политика, у нас цель была защита. И идет такой непринужденный, дружеский, нормальный диалог, э, который заканчивается рукопожатием что ну ну поговорили но не договорились то есть ковалев не понял не хочет а домовляться стосовно чего? А они делают больше таких движений потому что мы выбили своими действиями у нас же есть же ну допустим это тогда это сейчас я примерно понимаю Примерно, и то время идет, и где-то что-то мутируется, mm -hmm. вот, а тогда четко я понимал, что оппозиция, это, ну, оппозиция в чем-то, в зарабатывании денег возле корыта, вот, или там, к примеру, там, правящая партия, она там, ну, партия в чем-то, это тоже такое, знаете, политическое ОПГ, которая дорвалось, зарабатывает, а остальным всем пока, и она охраняет свою, ну, то есть территорию, а надо то, что отбудут, от, э, отвлекать картинка для людей, и там придумали всякие национальные вопросы там, там еще там, вот, то есть что-то надо, то есть старая поговорка «хлеба и, и зрелищ», она действует э, по сей день, просто иногда хлеба не хватает, надо давать зрелищ, а если вдруг э, у власти остались на столе крошки, от хлеба, они могут дать, убавить зрелище, а крошки дать, дать этим и все. Слушайте, про какие гроши и для реально? Сколько вам пропонували? Вопрос такой, что Я хочу понимать, ну, сколько это коштует? Ну, коштует. Ну, ну, давайте вот, к примеру, ну, ну, ни для кого не секрет, да, допустим, если я скажу, что там в миллионах стоит место одного народного депутата да ну вот к примеру в миллионах угу. то есть не в гривнях ну мы говорим а, если мне говорят вот ты пойдешь там народные депутаты я говорю зачем я говорю, ну если это не моя цель это, я говорю я возьми грошима ну не везьми грошима ну там так не говорится среди э, то есть э, диалог же должен быть для человека, который идет на переговоры, он должен для него увенчаться от успехом. А так как я, э, ну, или как за моей спиной говорят, это вот, упертая сценария без толку, то, по, то подбирались люди, которые меня очень хорошо знали. И говорят, послушай, ну там, возьми в бизнес, там их там. Кредит у тебя там будет там какой-то от банка, там бизнес для развития, то есть такие культурные вещи на, на самом деле, ну к нам не обращались тупо там как баранам типа на деньги идите гуляйте, такого не было. Ну и все, все... на какие суммы? Это больше миллиона долларов? Ну конечно. Конечно больше. Конечно больше. Фантастика. Почему? Нет? Нет. Это не фантастика. Это, это вы шучтите, мы с вами говорим о 2010 году. Мы с вами говорим о стране, в которой мир, в котором уже все полочки практически заняты. И, и то есть все расписано, все роли. Это с 2014 -го года мы с вами живем в другой стране. Это с 2014 -го года там при каких-то обысках у людей там изымали там какие-то там. А так в те годы, ну, миллион долларов это, ну, нормально.